может быть, считает, долг какой-то вернул. Правая, а вот теперь под левой. Это очень опасно. Удар в дальний дистант страховал. А это удар Эрреры. Мата его встретил. Когда у Сарагосы была... Убирает мяч под себя. Впереди вариантов особенных не было. Бомба. Вчера. Правда, не обязательно от больших матчей сейчас ждать... Знаем мы, кому с кем играть в плей-офф. Все решится только в последнем туре. Ну а Париж, соответственно, для Лейпцига. Итак, Манчестер Сити на первом. Вставляет мяч Лангу. Мадам, бомба. Ну, а в составе Брюгге также на поле под 70-м. Вейналдум не прав. Появляется. Это еще один тинейджер. 16-летний.